Жители Ингушетии путем голосования выберут один из трех вариантов проекта будущего музея под открытым небом. Он откроется в административном округе Гамурзиева на месте древнего городища, обнаруженного в ноябре прошлого года в ходе реконструкции федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Об этом заявил глава региона Юнусбек Евкуров на совещании в Магасе. Концепция будущего музея разработана специалистами Минкультуры региона совместно с археологами, художниками и историками и представляет собой инсталляцию в виде консервации выразительной части городища. Глава Ингушетии поручил до 30 мая полностью разработать планировку территории и предложить жителям республики для голосования три макета будущего музея. На всех объектах вдоль трассы «Кавказ» в Ингушетии, имеющих археологическую ценность, работы закончены. Ранее сообщалось, что в зону реконструкции федеральной автомобильной дороги попал участок с захоронениями кабанской археологической культуры, датируемыми 6-5 веками до нашей эры. Участок, на котором были обнаружены останки, оружие и украшения древних воинов, находится в районе строительства двухуровневой развязки в Карабулаке. Что может содержать? То есть дать там возможность, там есть, там написано, там различные бутики, там магазин, там вот эти, где можно вот сделать, как на аллее спортивной славы, позволить там предпринимателю, который там построит ряд там. Тогда еще говорил, надо, что уже сейчас уже спланируют выезд с федеральной трассы и въезд на федеральную трассу туристов, да, которые там будут приезжать. Там есть примыкание, предполагается. Да. Это все придумать. И там, конечно, должна быть там стоянка машин территории. Постоянку машин. Конечно. И люди, чтобы проезжаешь, не только в музей посмотреть, когда есть возможность заехать там, увидеть. Парковку. Закупить сувенирную продукцию, там еще что-то. То есть за счет чего можно зарабатывать и содержать этот музейный комплекс. Проработать. Но в любом случае, мне кажется, вам надо сориентироваться на... Когда мы битву в горах делали, тоже смотрели там, как что можно сделать. Под закрытым небом. 5-6-10 вариантов смотрели, вот так родилась идея битвы в горах. Потому что тогда у нас с вами не было даже элементарного фока, где провести такие соревнования. Поэтому мы, если были бы вот как дворец спорта, может, и не пришла бы в голову идея битвы в горах. А потом это все красивая идея, так она в жизни осталась, да? Так и здесь, проработать вопросы. Посмотрите несколько вариантов в соцсетях, в YouTube, посмотрите. Я думаю, что найдете там хороший, подходящий вариант, как можно сделать. То, что вот это все и на этом показано, это все как бы европейский стиль. Но тоже сам можно закамуфлировать под наш кавказский стиль. Можно закамуфлировать то же самое. Сейчас эти тюнинги делаются везде. То есть это один из вариантов. Понятно? Сроком до 30 мая проработать эти вопросы и... предложили конкретно под тёртыми, чтобы мы потом три варианта выставим на общественный суд, а до этого времени еще, до 30 мая, Минстрою задачу поставьте, чтобы они делали планировку территории, схему территории, где стоянка, где что будет, там тоже дизайн-проект, пускай вся эта Плеева, Лида, там построить сделать. Понятно?